Всем привет! Привет! Мы сегодня хотим немного рассказать про наш канал Лёлик Болик. Значит, идея создать канал пришла, когда мы сели на питание Дюкана, так называемую диету Дюкана. Это было давно, лет 6-7 точно. И мы тогда просто как бы, ну, многие спрашивали, и мы, чтобы не повторяться 150 раз, решили какие-то рецепты снимать, рассказывать о своем опыте и так далее. Вот. И мы не ожидали, что у нас будет столько много подписчиков. Я не понимаю, как подписываются, из-за какого видео. Потому что уже рецепты, вот последние, смотрят не так много людей. Но, тем не менее, мы будем продолжать снимать рецепты. У нас есть там наши 100 зрителей, которые смотрят. Наши родственники, наши знакомые. Для себя я очень часто использую рецепты, которые выкладывал там 5-6 лет назад, ну, может, меньше, которые я, ну, помню, что он есть, а тонкости нет. Поэтому для себя это очень-очень удобно. Значит, что у нас было? Леша похудел на 51 или 52 килограмма за 2,5 года на этом питании. Потом он считает калории теперь. Ну, в общем, вот так мы хотели бы себя представить. Если у вас есть какие-то вопросы под этим видео, пожалуйста, мы на все, у нас не так много комментариев, мы всегда отвечаем, никаких секретов, ничего мы не скрываем, все как есть рассказываем, поэтому спрашивайте, с удовольствием все расскажем. И мы еще ничего не продаем. Да. В отличие от некоторых. Вот так, у тебя есть что добавить? Все правильно сказал. А, ну, живем мы в Португалии. Как вы уже заметили, наверное. Да. Может, кто-то догадался. Ну что еще? Пишите, спрашивайте. Такой тизер канала, да? Да. Долго нельзя его делать. Нет, потому что у нас много подписалось людей. И пока. Ну хотя бы напишите, кто вот новые подписались, под каким видео, что интересно. Что вас подвигло? Да. Спасибо. Спасибо. Всем пока. Худейте с удовольствием.